Почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, резкий, сильный удар. Как рассказал водитель автомобиля Kia, он стоял на светофоре и ждал, когда загорится зеленый. В этот момент в его иномарку сзади на полном ходу врезалась семерка. Вот машина прям отлетела моя вперед. У него вот скорость большая была, да? Вы видели, как он летит или нет? Ну вот последний момент заметил, вот и все. В принципе. Видимо, сильно летел, потому что хорошо там смяло все. Не тормозил? Он нет, не тормозил, звука не было, прям на всей скорости влетел. В результате удара у иномарки помялась вся задняя часть. До приезда сотрудников полиции виновник аварии пытался договориться с водителем автомобиля Kia, но убедить его не получилось. Что-то пытался, бубнил, типа давайте договоримся, все дела. А, вот. То есть предлагал вам? Ну да. Взятку, да? Ну просто давайте договоримся уж, типа давай разойдемся. Всего за 2 месяца вождения владелец «Жигулей» уже дважды попадался сотрудникам полиции в нетрезвом состоянии. Молодой человек, вы можете рассказать, как все это произошло или нет? Вы не видите, что впереди помеха, что ли? А? Нет, не могу. Сейчас неопытному водителю грозит уголовная ответственность или штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, за руль своего авто он сможет сесть только как минимум через 3 года. Лесна Латыпова, Игорь Бызов, Эфир 24.